почему вообще ни скайпе не получится. Алло. А, захватывать не хочется. Ну я могу в Дискорд перескочить. Просто... Забыл, что куда? Короче, сделал этот квест типа на расширение куба. Алло? Говорю, на расширение куба тогда сделал квест, короче, меня почему-то не расширило никуда. Угу, заебался мобов бить, конечно. Там одних мобов надо 3 итема выбить, а мобов всего штуки 4 или 5 на карте стоит. Я по ним заходов 5, наверное, сделал. Раз, два, три, три, два, раз. Thank you.
Так, Макс, а ты не на стриме, да? Нет еще. Что? Я хотел посмотреть еще, как там все. Блять, надо камеру выключить. А то Тоньку прям, видать, на проходит. В труселях, блядь. Сейчас посмотрю сам туда. Раз, два, три, раз, два, три. Отлично тебя слышно. Вообще, идеально. На стриме не слышно. А, на стриме не слышно. А, нет, слышно. Отлично. Слышно на редкость вообще офигенно. На стриме не слышно. Так. Нет, раз, два, три, раз, два, три. Ой, господи. Так. Что-то на повтор пошло все. Да, да, потому что... Да. Потому что я, видишь, не могу, блядь. И смотреть у меня с телефона как бы... В микрофон хуячит и начинает там все по пять раз гонять, нахуй. Поэтому я тебе игру, чтобы ты смотрел. Тебя не слышно, нахуй. Меня вот не слышно. Я сейчас тебя не слышу. Далековато от микрофона отошел. А, ну вот я что такое и понял. Ну меня вроде нормально слышно на стриме. И меня нормально, да? Тебя вообще отлично. У меня, во-первых, микрофон куртал сам, во-вторых, я тут немножко его поднастроил, так добавил. Задержка. Блять, буквально, блять, вообще копейки нахуй. Доли секунд даже. Ну, у тебя доли секунды, у меня где-то секунды три, наверное. Три секунды это чики-пуки, значит. У меня-то вообще моментом сразу. Раз, раз. Раз, два, три. Ну, у меня нормально вроде слышно. Меня тоже нормально, да? Как обычно, мне как бы немножко тиховато, но тебя громче слышно. Ну я добавлял себе, я могу тебя добавить, если на стриме. Да не надо. Чуть-чуть побольше тебя сделал. Так вот. Ну, или себя чуть потише. Я просто еще звуков игры не слышал. Вот, до первого. А почему ты не слышишь? Ну, на стриме. А, ты на стриме не слышишь звуки игры? Может, ты не услышишь их, нахуй? Мне нужно, понимаешь, звук игры делать тише, чтоб я тебя слышал. Я, конечно, немножко добавлю. Сейчас должно нормально слышно, кстати, быть. Ну-ка, я вот сейчас поделаю тут. А, что-то я не понял. У тебя так? У меня
Какие-то звуки слышно какие-то. А, эффекты у меня очень мало. У тебя громковато, не слышно, даже как бы шипение такое немножко есть. А, меня громковато слышно? Да-да-да, когда тихо, не говоришь, там это шипит. А так если? Вот так вот. Так шипение прерывается немножко. А сейчас шипит? Ну да, немножко шипит. А так? Ну тоже все равно шипеть пытается. На меня тихо слышно, да, уже? Не очень тихо. Сейчас меня немножко громче, по-моему, не слышно, чем тебя. Я тебя убавил немножко. Так, ну-ка, вот так вот сейчас как. Что-нибудь там поболтает уже? Сейчас шипения вроде нет. А как слышно, громко, тихо? Тихо. И меня тихо, и тебя тихо, да? Да. Ну-ка, а так? Ну, легкое шипение дверное вот есть, но зато слышно хорошо. Ну, пусть немножко подшипывать будет, потому что, блядь, это... Если убавлять, то тебя уже не слышно, и меня плохо слышно. В принципе, так хотя бы, как-то так. Я себя почти не слышу. Да ёпта мать, я тебя уже на всю катуху почти добавил. Вон я еще тебя добавил на пятерочку. Ну-ка как, послушай себе. Посмотрим все. Ну, вроде нормально. Ты в микрофон громче говоришь? Да, нормально. Ну да. Микрофон поближе, орать погромче. Ну чуть-чуть я так у себя вот почти у самого рта у меня как бы. Ну, нормально сейчас. Так, а чё... Я, в принципе, всегда у тебя на стримах, как бы, не всегда нормально слышно, так у меня микрофон-то так себе, так... Тебя есть, тебя то нормально слышно, тут я плохо, долго, ну, как глухо слышно. Кстати, ты в кошмар-то сходил? А, нет, еще. Это вот это предложение биндача по 7 камней, 7 и 3 камня. Ты заебался их выбивать, да? Ну, я где, меня где-то ушло плюс-минус там минут 40. Нихуя. И не расширило ничего. Интересно, почему? Ну, не знаю, там переход в игру можно. Я пока... У меня также осталось, вот, в четвертом кубе одна полоска. Я доделал ее свои два квеста, тут я взял. А, на титул тут защитник старших. Кстати, мне открыли это, ты жертву Слепнира сделал? На титул. На титул? У меня такое письмо есть. Сокровище Сирены. Вот, да, с Эсли поговорить нужно. Мы же тогда с тобой пробовали сходить, что-то у нас не пошло. А чё мы, мне только сейчас открыли этот квест. А, нет. Нет, что-то мы не... А, я прошёл до момента, когда она уже идти в этот... В водяной замок. Так, я... С Эсли поговорить, потом... Это иду на пути. Айку убивать. Стрим без звука посмотрю. Смотри, ты.
Ой, да хуй с ним. У меня, блядь, ужин нахуй, еще не было ужина, блядь. А. Забыл в чате отметиться. Так, надо в кошмар сбегать. Хочешь попробовать? Да. Говорится, вдруг фартанет. Угу. Приятного аппетита, кстати. Спасибо. Видишь, просто мы все время как-то поздно собираемся. Ну... Так еще пока не этот, не зимний режим жизни. Видишь, я пузика сегодня наплёк, чтобы у меня монитор. Спёр. Как бы он с работы спёр, а тот, который сломался, обратно положил. Это серверные старые мониторы. Тоже 17-дюймовые. Они уже списаны, но числятся еще как бы на складе лежат. Как бы они просто там до хера у него не лежат, так он просто подменил, получается. Кстати, стал подключать, все равно искрило. Все равно искрило? Подключал уже к видеокарте. И все равно и две искры проскочило. Но Моник работает все. Странно, странно. Ну то, что искрит, это, конечно, нехорошо. Как бы видюху не спалить. Оно же могло, кстати, просто искрить в момент подключения, а дальше доработать. Так оно и так в момент подключения искрынуло. Так-то все, монитор тут работает, я сейчас пользуюсь им. Да, на такие без элегаться. Так как. Может ничего на не сожгет на. Даже кабель в ГА поменял. У меня есть переходник еще может компенсировать. У меня же переходник с DVI и D на VGA еще. Ну я тоже через переходник так. Потому что по-другому никак. Ладно, пойду в кошмар попробую сходить. Так-то. Там как попадет? О, а? Как попадет, короче. Угу. Так, о, ну, как удобно получилось.
решил засечь, за сколько я этот кошмар пройду. Ага. И ровно 10:00 зашел. Угу. Полчаса. Ну да. Более тут пока как, ну, квестовая часть, так. Кстати, попробуй зайди к этим. Хотя нет. Гимнин, да, гимн, попробуй с гимн, это не есть. Бля, подожди. Нет, там я. А как-то игру еще тише сделать, я вообще не слышу. Я микрофон отодвинул. Вот часто хорошо слышно? Сейчас, да. Да я игру сделал на 2% общей громкости. А-а-а. Сейчас микрофон в сторону отодвинут. Угу. Да, кушать-то во рта неудобно с микрофоном. Да. Он где-то на полметра от меня. Да, у меня только есть перекус, быстро. Скоро начнется зимний период, нахуй. Что? Скоро начнется зимний период. Январь. Морозы. Как раз где-то к январю и финриры начнем делать. Угу. Ну да, так-то. Потом с вахты приеду, так это будем играть, надо будет мамончика позвать. Да, он вряд ли пойдет сейчас охоту открывать. Потом, после охоты. Ну что-то мне кажется, на Фина надежды нету. Мне тоже так кажется. Ну что, походу забухал. Опять. Это нормально для него. Потому что я с ним разговаривал сегодня по видеосвязи, где-то в 7 вечера. Он у машин, сходил до Славика, у него бензин кончился. Взял бензин у Славика.
Я, говорит, такой в машину смотрит. О, говорит, я, говорит, походу, человек, говорит, Капканова ездил. Сейчас буду, говорит, похмеляться. Вчера там два пузыря хотел выпить. Ну, собирался. Что за пузыря, водки? Угу. Он же не выдержит, сука. Ну. Зато это объясняет его отсутствие, да? Угу. Он мне сегодня сказал, что я же выходные не пил, ведь. А не, он у Сольца и пил. Да, деньги. Они, блядь, что тот путинский получил, что тот, да. Димас там, наверное, вообще радость, блядь. Верно. Я курить. Хорошо.
Я тут. Дрям. Я пошел доделаю квестик. Налет умения, необходимые каждому даеву. Ну я в деревне Ральсига тут беру квесты. Я тут на часа два поиграл, посидел. Даже нях не видать в морхе. Что в панде делаешь? Смотри, в панде. А, ты в кошмаре? Правильно отобразила. Ну, в друзьях отображает, что ты в панде. А в легионе, что в кошмаре. Ну, да, в друзьях такое бывает там. Ну, это баг какой-то, я так понял. Ну, там осталась информация, когда. Ну, в тот момент, когда ты зашел в игру, я как раз в панде был. Желаю приятного. Я, кстати. А нет, я был в панде один раз, наверное. Блять, X2 кончилось, блин. Угу. Я думал, тут можно на сутки брать, на двое там, а тут только по полмесяца вы. Прям. Угу. Сейчас просто мне нету смысла брать его. А к Ньютам бежать, в логово Ньютов. Нужно 7. А 17. 24 моба убить. Кстати, может на вождей куда сходим? Не возьмем рода никого. А если с Фином? Мне не выхили. А, тебе не выхилить? Это я в 55-м в фулл фене тогда в соло ну, пару одного там двух вождей мог зафармить танком. А, кстати, я что-то на тебя какую-то что-то выбил ведь. Я ведь на тебя что-то выбил сегодня. Ну, не совсем, конечно, этот, блядь. А, сейчас я тебе отправлю, что я на тебя выбил. Соло, я там одному пацану по 40-му уровню помогал. Он глад, я танком 55-м. Вот это. Вот такую я на тебя стигму выбил. Не о чем, да, такая? Ну, она... Она, по-моему, такая... Лучшая стимула нужна будет. А, нет. Ну, да, она такая, ни о чем, как бы. Ну, что, она он кидает на... Там сколько он? На 10 секунд. А откат 2 минуты. Типа позволяет, конечно, легко отхилиться, там, знаешь, скажем, ударом там вот 40 хп отхилить.
безмолвный судья победил. На жертву Слепнира-то сделаем сегодня квест? По идее должны. Да, майка элитка, конечно. Элитка? Может позвать с собой кого? Интересно, аук починили или нет? Не знаю. Все на коня ходят, на коня, бля. Угу. На коня проще сбегал и все. А вот это там на этот задрить. Так, а на коня только пушка ведь? Чего там фулл сет надо собрать? Кого? А, там этот бижа? Бижа? С этого бижа падает. А, фулдовый. Да, точно, точно, точно. А помимо коня там вкусности есть. Чтобы голдичка какая упала, что ли? Все, какая-то шляпа падает. Могли бы дроп, да, побольше сделать, да? Ну, тогда смысл задротить вообще. Бесит, что с обычных мобов ничего вообще почти практически не падает. Ну тут видишь, версия, ну нету еще этой, как его, золотая лихорадка до эвов. Когда, когда, чтобы повысить шанс выпадения вещей, надо одних и тех же мобов долбить, и со временем у тебя повышается. А, вопль ужаса у меня выпал на стигму. Большинство смобов вообще просто пустые. Вообще ничего нет. Разница в уровне. Ну они 38 и я 38. А. Я же квесты беру под свой уровень. Логично. 38, вот если я 38, то я квесты беру 38-39. Максимальные какие дают. Да. Которые там уже 35, я их уже не беру там. Там опыта мало уже. С квестом пробегаешь хрен на сколько, а опыта ни о чем. Бля, что ты больно пинаешься? Не, все-таки кольчуга призрака. Ну, сет призрака дает о себе знать. Слабенький. Забыла, да? Угу. А что, помер? Не. Просто пробивает сильно. Пистов многовато получаю. А-а-а. Я тоже ни хер лучше тебя и одет-то нахуй. Ну, у тебя хотя бы 33-й крафтовый. Угу. А у меня из 33-го крафтового только перчатки и ботинки. Остальное 25-е.
Ну, при этом еще даже не заточенная на плюс 15. Вообще заточки мало. У меня на плюс 10 только точно. Есть какие-то шмотки на плюс 11, по-моему. Короче, интересно стало, я решил по мини-боссам пробежаться в этом кошмаре. И они есть, да? И есть, да. При первом-то заходе, по-моему, даже прохода к ним нету. Идеи не было. Ну ты их убиваешь сейчас, да? А, я что-то не помню. Да, я решил их тоже поколотить, чтобы это. Хуй его знает, да? Да. У меня сейчас задание, типа, ваш цель безмолвный судья Калига. Все. И всякие. Непонятно, да, что-то с этим квест, это с кошмаром с этим. А, все, у меня рабочие кончились, так сторожей надо еще 6 штук убить. Цель находится слишком далеко. Королева Кинт, 39-я элитка. Интересно, с нее что падает? Зеленая шмотка именно, может. Может, синька. Голда точно не падает, да? Ну, вряд ли. Интересно, я в одну харю вынесу ее, не? Я бы там месяц сперва квест доделал, а потом попробовал. Не, так вот я и квест доделываю. У меня несколько раз так уже было. Бегаешь, о, именной, о, элит, а, хер, давай попробую, бам-бам-бам. И это самое. Как сказать. Забыл, что еще одного мувана было перед этим убить. От элитки слег. Бля, опять бежишь, нахуй, что сделать. Доделывать. Доделывать, нахуй. Причем, как обычно, этот моб где-то в жопе мира, блин. То, что до него добраться надо еще тонну мобов перебить.
Это всегда такая херня. Мне еще один остался моб. Я всех убил. Блять, попробовать, не попробовать элитку эту завалить. Попробуй. Только этого вызвать не забудь своего. Так я так с левом ползаю. Королева. Не отображается. Нет, сейчас он этот помер, короче. Только что. А. На последнем мобе. До этого моба слить. Вдвоем-то мы точно бы ее вынесли. Нужно это, отхилиться в играх. Отрегениться. Ой, кто-то сейчас пиздюлей получит. Может лучше не ветра, может лучше земли призвать. Танка. А лучше может огня, он хотя бы третьего уровня. Ну, попробуем. Нихуя, пол хп. У меня, блядь, ушло нахуй лему, блядь. Хуя пиздит, блядь. Жестко тебя имеет, да? Я ей только четверть хп снял, блядь. Она больно быстро за мной бегает. Интересно, коляска прокатит или нет? В теории. В теории прокатила, нахуй. А, она отогрелась, нет? А, нет. Нельзя атаковать. Да сука, эти, блядь, ньюты ебучие еще. Да ты-то вы-то откуда, сука, вы заебали нахуй? Пидорасы ебаные.
Да я ебу, откуда эти ебаные, блядь, мобы, сука, приползают, блядь. Мана, сука, кончилась вся, блядь. Мана, сука, кончилась, блядь. Кстати, танк, я тебе скажу, этот ЛМ танк, блядь, похуй живет один, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Так, я, наверное, не стану слишком спидранить. Пойду покурю, мне пока хоть скилл откатится, а то этот тут пришлось заюзать, чтобы выжить. 6 минут отката, а то мне сейчас потом на коллеге не вывести будет. Сука, она на меня переагрилась, блядь. Фу, блядь, только-только успел коляску накинуть. Да сука, какая-то хуйта опять согрелась. А, это же хуйня и согрелась. Сука, Элем, помогай, блядь. Сука, я сдох нахуй. Она почему-то меня так охуенно пиздит, блядь, а Элема моего нихуя так не пиздила. Так она по дамагу смотрит, она... кто дамажит сильнее, на того и агрится. Ну я почти, я бы ее так-то по идее завалил бы, если бы у меня еще эти, блядь, мобы ебаные нахуй. У тебя там скилл ведь есть какой-то, который, по-моему, ну, как у танка, это насмешка там этот, должно повышать этот агр. Есть, 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 но она это. Хуй сработает, нахуй. Mm-hmm. Я вот он, этот скилл, вот он. Угрожающая позиция. Его юзаешь, этот. А он не переагривает. Бля, это хотелось ее убить почему-то. Ты ей нормально снял так-то. Да нормально, если бы меня еще вокруг бы эти мобы бы не пиздили бы. Так, ладно, я наперекор. Давай. Полет умения, необходимый каждому даеву. Нужно усердно тренироваться.
Что у вас произошло? Куда нужно попасть? Желаю приятного путешествия. В чем дело? Куда нужно попасть? Желаю приятного путешествия. Итак, прошу, рассказывай. У вас есть дело ко мне? Странно, зачем Слейпнеру этот документ, если хрустальную линзу уже нашли? Прошу, используйте это письмо как наживку и поговорите с Эсной. Кто знает. Вдруг она отдаст ключ к храму золотых труб. Тут.
Ты будешь жертва Слепмира это делать, квест? Ну, да. Я вот его начал. Что вам нужно? Я тоже начал, но игру уже на такой-то идти. О, нихуевый квестик взял. Счастливого пути. Я тут синенькие еще квесты беру, так. Приятно познакомиться. Они по 700 опыта. Мало вбить, тут на озере. Итак, прошу, рассказывайте. Итак, прошу, рассказывайте. По 700 опыта. Тут нормально. Два квестика есть тут. Мобов надо подоубить до хера. Как где-то 37 мобов. Какая усталость у вас в глазах. Я тебя тут, короче, в деревне жду. А, ты в кошмаре еще? Я скрыто, что пойду на перекур, потому что мне надо было дождаться от ката этого скилла. Иначе можно будет не вывести. А тут, да, вот эти два квеста, которые синие, кстати, возьмешь. Они тут на озере сразу же и делаются. Не итемы, а просто мобов. Просто мобов. А нет, светинг где-то мутать их. Тут нужно в одном квесте итемы собрать, а во втором квесте просто мобов убить. Ну такие как раз вот три. Получается, жертва Слепнира вот на титул и вот эти два. Можно тут поделать. О, коллегу засчитала. Я по этим прошел по РБшкам, по мини таким. А чё, коллега какой был? Просто безмолвный судьяк. Ну вот безмолвный и нужен был. А у нас до этого с тобой был падший. Ну, на падший, видимо, этот, как видишь, это когда одиночный. А когда всех этих убьешь, то будет уже этот безмолвный. Значит, можно тоже будет идти проходить. А потом набирать кучу квестов на кошмар и опять в кошмар идти. Только надо откат ждать 5 часов, 5,5. Вот хоть я демку выбил, прикольная, она как маска такая, знаешь, что. Ну кошмар тоже до 44 уровня только. Ну, кстати, это в этой версии подземные крепости добавили. МКАД можно оформить. Но он, правда, не наш, нихера. А так, МКАД у нас 46 уровня. Можно будет потом это самое. МКАД по-любому надо будет пофармить. Потом, потому что стигму-то на что будешь покупать. Ну, в принципе, я раньше на этом играл, на других серверах. Я по КД. В принципе, фармил. Каждый день, как бы, в игру заходил, сперва МКАД бежал. Все три крепых. Потом мне АПА не надо было, я просто продавал, как бы, МКАД. Ну, свои медальки, как бы, я это самое. Ну, там что не медальки, а реликвии. Сундуки, свои сундуки, как бы, продавал. Крепа 10 лямов, что ли, стоило. И три крепы продаешь, 30 лямов зарабатываешь. Нормально.
Кто продавал? Я поначалу даже покупал. Покупал МКАД, когда мне АПА надо было. Я тогда АПА нафармил, я был офицером 5-го ранга. Морфаться мог. Лорда юзать. С луком, что ли? Длинный лук белого пламени у чувака. Дульку ему, что ли, кидануть? Он лукарь бегает 39-й, у него, блядь, одет в зеленку, блядь. Не пойми, какую вообще. Нормально. Ты его умотаешь 5 секунд, наверное, блядь. Да тут, блядь, половина нахуй голые бегают. Даже няхи, которые приходят. Можно сказать, что мы даже шикарно еще одеты, да? Да. Это большинство нахуй, блядь, вот эти вот наших уровней, они, блядь, ну голые, блядь, там, кто в зелень какую-то одет, там, чуть не 16 уровня, да, блядь. Няхи тоже, блядь, приходят, блядь, там, с 2000 их убиваешь, блядь. Тоже нихуя не одеты. А народу, в принципе, до хера, наверное, играют сейчас, сука, 104 из 104, да, хуй знает, сколько нахуй. Я не удивлюсь, что ты когда апнешь 50, ты начнешь сразу качать танка дальше. Ну, как говорится, было бы с кем. Тогда я бы так если вот этого докачал бы до полтинника. Более-менее бы одел бы его. Ну, закла. Так, среднячок хотя бы, чтоб. И это самое. Начал бы тоже какого-нибудь второго качать. Какого-нибудь лучника бы. Или бы хила, может, попробовал бы. Не, хила не хочу, нахуй. Ну, хил такое. Да, не хочу их. Я им не играл ни разу, только я не хочу начинать. Я, может быть, или Глады бы начал бы, или Лука. Сина тоже не хочу. Ну, в принципе, либо вот, ну, может быть, не знаю, навряд ли. Лука, скорее всего, начал бы качать. Глады или Лук. Я больше как ДДшник. Контроль, ДД, такое. Ну все, квесты сработали, нормально все. Да? Да, следующий квест я взял там, где уже надо этих мод делать. Ага. Ну, посмотри. Пойдем, давайте пройдем квесты. Даже сапфира сделать, да. Хватит на сегодня. Долго не планируешь, да, тоже все. Угу. Мне тоже что-то это. Рот это разрывается. Ну, видишь, потому что поздно начинаем, поэтому так. Начинали бы хотя бы там. А вот, кстати, да. Там в 6 вечера хотя бы, знаешь, там. В 6-7, вот, и до 12, и когда часов 6, 5-6 часов игры, как бы, это.
Вполне нормально. Где ты квестики-то брал? Я взял вот этой суп из морепродуктов и задумчивый нуаринт. Тут наверное, на монеты еще вам взять. А у меня нету просто этого. Что привело вас сюда? Я 40-го еще не открыл. Что случилось? А, мне суп морепродуктов пройдено. А, да? Uh-huh. А задумчивый нуаринт? Вот этот вот. А, да, пройдено. Пройдено, да, оба? А, ну тогда пошли жертву слепнира, сделаем на титул. Наверное, на 31 моба, короче, взял тут костик, там это, голдовые, на голдовые, ну, монетки. На голдовые монетки. Ну, а у меня это самое, их пока нету еще, так. Нормальный баф такой вот, только что накинул, 15 секунд. Конечно. Так, мне тоже нравится от физической атаки плюс 20. А у меня-то нету физической атаки. Что не ну, то. Ну там плюс сам плюс есть. Ну то, что сила магии. Точность есть. Ну точность как бы мне тоже не очень. У меня точность магии и сила магии. В основном точность магии. Как бы есть. Ну и сила магии тоже нужна. Ну ладно, я раз 10 минут, раз 10 минут могу на 30 секунд накидывать скилл, который сольет тебе всю ману. Да? Угу. На 50% быстрее касс. Если успеешь что-то это сьюзать вообще. У меня же есть такие скиллы, как блокировка магии, заточение плоти. Нет, это не боевой, это баф. А-а-а. Я могу бафнуть в группу всю плюс 50 на время подготовки магических заклинаний. А-а-а. Время действия 30 секунд. Видно, хуя себе сирену сюда вытащили, не понял. А чё ты, сука? В Роттердам. Дворец, а тут мы раньше, помнишь, качались, блядь, на этих, на РБшках, нах. Их ждут дохуя этих РБшек-то. Я помню, там сколько раз Алекс собирали, а у нас там сливали, потом прилетал лук нахуй. Да-да-да. Алик просто вываливал. Слушаю вас. Так мы мелкие, а он, блин, фуллов, ну, максимально уровень будет. На Айку идти как-то пиздить. Это как-то будет. Айка, вот она тут. Я даже не этот карту не включаю, я просто знаю, куда летит. Я уже забыл, блядь. Ты немножко никуда полетел. Почему туда? Я сейчас к ней прилечу. А, ты просто не по совсем короткому пути. Ну да. Вот она, Айка, гимн смерти. Вон тут Сэнди тоже сидит, ждет, наверное, кого-нибудь. Сука, элитка 44-я, блядь. Сейчас я ему напишу. А, он забагал сирену там какую-то, видишь, и обширный крози кидает. А, он качается так? Да? Походу, да, видишь, он обширный крози только повторяет периодически. Нихуя себе, я тоже так хочу. И там,
там несколько мобов, это он сидят, это колбасит их. Так он и Лемотова закинул, видишь? Прямо на элитке качается, блядь. Я тоже могу и так, это же что, Закову и тоже. Прикольно. Че, мы будем сливать айкуты? Ну давай попробуем. Что, погнали, я танкую. Давай. Сольем как нехуй нахуй. А это ее, потому что ты бы ее один бы слил бы даже. Дали ключ? Да, да. А, полетели. Так, значит, то, как пацан качается, да? Угу. Еще бы этот какой-нибудь макрос бы, да, чтобы он автоматом это самое обширную коррозию кидал. А он что, ответил, нет? Не-а, ничего не ответил. Так он, наверное, на каком-нибудь макросе или на боте стоит. Ну. Скорее всего, макрос. И это сам. Уже слишком часто юзает этот. Ага. По КД, наверное, скорее всего, юзает. Слушаю вас. Берегите себя. Что надо сейчас сделать-то? Эсна. А, опять к ней надо? Слушаю вас. Вот, возьмите. Это ключ от храма золотых труб. Делайте с ним что хотите, только не отдавайте Слейпниру. Мне надо... Ты что, на кибе, на этом, да, зарегался? Не, через Белуслан. А я так это... Перелетом просто. А, кстати, на туре можно, да? Я в лоб пешком бежу. Я так сделаю. Ну, я максимум, наверное, доиграю, потому что мне еще один подарок принесет этот чувырла мне, квакер. А, квакер. Петик. Блять, надо мне это попробовать такую же херню замутить, как у того чувака. Куда нужно попасть? Желаю приятного путешествия. В принципе, тут ничего не нарушаешь, да ведь? Да хер знает. Тут, не помню, что-то про макросы когда-то читал, там когда-то были макросы, можно было их зациклить и, как бы, знаешь, вот так вот стоять качаться на. А этот... Там, по-моему, зацикливание вроде убрали. Что-то такое там. Не помню. Или это линейки были макросы такие. Не помню. Сегодня играл в линейку, кстати. И? Угу. Бессенс? Да. И чего до какого уровня дошел? До 5-го. А сколько качался? Минут 20. А, нормально. Вон в Анухарте стоит Закл. С орбом тахабаты нахуй. На плюс 15. Mm-hmm. А чё он Закл, а с орбом? Вот в этого, вот, good game. Ну, у него вне хана кидан такая. А, так у него ещё не фул, да? Не фул. Рассказывайте. Зато... А, 33-й эти. На плечи только все выше. Мы еще не все выбил, значит. Ага, Сава, титул поменять. Тоже меняй. Ну, блин, плюс 1% скорости бега. Зато у меня, видишь, чудотворец. Прикольнее вообще. Ага, у меня нашку есть. У меня вот такой есть. А, нихера себе. Он легко делается. Просто квестик там синенький сделаешь. Ну, вот точнее, ну, обычный. 2 минуты делается. Где это за квестик?
А, где-то я в деревне Эрельсига брал. Квесты это. Там... там вот серия квестов к нему приводить. Нет, 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 не серия квестов, а там просто квесты все. Как квест называется? Ой, блядь, не помню, нахуй. Помню, где берется просто. У меня до хера всяких титулов тут. Ну как, не совсем уж до хера, но есть. И раньше не говоришь, да? У меня, смотри, какой этот еще есть. Титул. А, ну, знакомый. Охотник на элиц. Сейчас тут попробуем мобов побить. И ты ему-то еще не со всех падают. Короче, тут надо... всех почти мобов вот этих бить на озере. Я хочу сперва попробовать сходить к тому чуваку, который там это самое. А как макрос мне запилить? На повтор скилла. На повтор не знаю. Кто не знает, интересно? Не знаю, во-первых, он убит. Так интересно, можно это самое сделать макрос на повтор и как-то чувак попробовать покачаться. Интересно, будет оно так работать? Он, наверное, качается, наверное, работает такая херня. Там по три элитки сразу берет. Там 4 или 5 штук, что у него постоянно кашля уже. Так вот, считай. Если даже попробовать просто на ночь так оставить. Блять, ну ты убежал еще. А, загуглить. А чё, чудотворец тоже плюс 3% бегу? Mm? Чудотворец титул плюс 3% к бегу? Плюс 3, да. Не удается найти цель. А тут-то плюс 4.
Тебе нравится, что там написано, да, лучше? Так, мне кажется, в любом месте можно попробовать. Цель вне поля зрения. Цель вне поля зрения. Цель вне поля зрения. А у меня цель не в поле зрения почему-то. Как интересно, у чувака работает эта херня. Странно. А седого чувака уже тут нету. Айка уже респнулась. Странно. Он тут как-то стоял. Так что ты делаешь-то, блядь? Интересно. Да хуя, я обширной коррозии, хуя, что они меня пиздят, один хуй. Ну он как-то, видишь, забагован, забаговал одну из них. Он забаговал как-то, да. Тут пробую Макс написать себе на рибав группу. Я даже помню, где черепаха была, тут РБХ. Примерно. Или здесь еще в этой версии, интересно, может, нету этих РБшек-то? Ну, по крайней мере, я не вижу, тут где-то черепаха должна быть. Здоровая, блядь. Так, этих черепашек я нашел, а где большая эта черепаха? Или тут нету, нахуй? А, вот есть мудрый Скирон. Есть он. Только его не... Почему на этой вот 45-й РБХ, нахуй? Чё на неё никто не ходит? Я не понимаю. Смысл было тогда их эти РБшки сюда ставить, если на них никто не ходит. Ниже опыт все равно неплохой, наверное. Босс второго уровня.
Странно. Не помнишь, где квест уберется? Куда нужно попасть? В деревню Рельсига? Желаю приятного путешествия. Блять, Макс, вот честно, где-то вот тут вот. Там какой-то есть чувак, да. Там он ходит туда вроде, да? Ну, а вроде, да, эти бродячие вроде. Там, когда... Сильная отцовская любовь? Типа, что, да, вроде это. Там, когда берешь квест... Ничего... А титул там ничего не сказано. Нету там в награде. Там у меня в награде было титул. Так, подожди, задание выполнены. Мархием... Поебать тут нахуй. Желание умирающей дочери вроде. 38. Вот вроде вот этот квест. Точно не могу сказать. А вот этот чувак-то с Энди бегает, закл. Угу. Там перед этим другой какой-то сделать надо. Хуй его знает. Может быть. Я не помню, что я перед ним. А может, какой-то и делал. Как вот титул-то называется? Я уже забыл, блядь. Защитник старших. Прошу, рассказывайте. Ну он ничего по статам там такого не дает. Он дает хп 42 и сила магии 12. Такой простой титул. Нас бегает тут. Куда-нибудь один час. Я пойду на перекур.
Чё, нашел? Да, походу, надо... серию делать. Да. А ты... так... До горячих источников не бегал? Бегал с бутылкой. Да, делал. Логичное продолжение, как бы, то, что называется сильная отцовская любовь. А, ну да, кстати, там рядышком сбегать, бутылку просто набрать и квест сдать, все. Там застава повстанцев, ты пхаешься, по-моему. Да, я пешком сбегу. Ну, застава повстанцев, там может, ты пхнуться надо. Так, я знаю, что можно. Охуй. Я пешком сбегал. А, ты пешком сбегал уже? Да, он желание умирающий, точно. Вот, наверное, вот желание умирающей дочери, наверное. Следом посадить. А вот тут уже надо лететь в этот самый лагерь. Потому что он там тупо стоит. Вот он что, дает тебе на титул? Да. А ну. Видишь, серии, значит, скорее всего. Все равно лям 700 опыта нормально. Так, мне, конечно, неплохо. А, бабульку сопроводить. А, даже сопроводить надо, просто выйти немножко и все. Простенько. Хотя дедюля только это самое... на ДЛ сделано все, да? Да. Ну, пока я его не качаю его дальше там. Я это самое. Завтра, может, самое. Лука качну. Также, да, давай, можно будет вместе покачать. Я буду до 20-го там день качнуть, до 25-го. Тут же Харамель, наверное, уже появился, не? А, да, нет еще. Ну, неплохо, в принципе, на сегодня. Что сделал за сегодня? Ну, в этот уже ходил, такой. Кошмар, там, если бежит. Два титула получил, да, считай? Ты же делал тупо из-за титула ведь квест этот. Ну да. Я же просто, блядь, до хера и больше не делал. Чё, делать надо? Ну тут видишь, мне тут написано нарцисс, карп собрать. А, мамутов, кстати, можно подолбить, точно. Кого? Мамутов? А я такого квеста у меня нету. У тебя мопута дают 900 тысяч, так считай. Если за 700 с чем-то тысяч мне дали лям 800. А ты чё, с прямом играешь? Да. А, ты купил, да? А, у меня и на тролли тут. Теперь 15 дней задурать нахуй.
Мне задротить он что, у меня этот печать такие. Алхимию. Она у меня всего лишь он. 317 всего лишь. Всего лишь. Всего лишь, да. Я и говорю, всего лишь, блядь. Почти, блядь, кап нах. Ну, 399. Так а чё тебе? Меня пока не будет, алхимию качай. Поварское дело, думаю, качать. Ох ты, нихуя себе. Бафы лишний раз потерял. Да, выбил он сейчас. Мясо собирай тоже. Какое мясо? Свежее мясо рапаноиды? Да. Окей. Вот такие вот мясо, знаешь, там этот, для приготовления там блюд или что-то написано должно быть. А, ты хочешь поварское будешь делать, да? Да. А, во, еще на кошмар-то есть. И на монетки на серебряные. Там, в этом, в деревне в твоей берется квест на какие-то монетки еще. На серебряные. В этом, знаешь где? Так. В Мархейме, в заставе, где застава повстанцев, там есть квесты, квест, повтор на монетки. Не, тут просто в кошмар, тут я взял квестов на кошмар, такой, но это, потом он что-то одного посмотрел, такой, опа, у него еще можно этот квестик добавить. А, продавай этот шлем. Чё, не нужен тебе, да, будет? Да, что-то он вообще ни о чем. Ребята, порогать. Я макрос, правда, сделал только на... Я не знаю, там как-то надо какую-то переменную создавать. Я не знаю, как переменную создать. Чтобы реба всей группы делать по макросу. Mm-hmm. Чтобы автоматически выбирал следующего члена группы и это реба полно. Я понял. Так, мне еще нужно два этих рапаноида убить. Потому что простым макросом, когда просто туда закидываешь команду, как говорится, и все такое, там тупо текста макроса не хватает. Так, на вот эти переменные используют. Где-то элементали есть этот сам. Чтобы вместо большого текста просто там буквально там типа, ну, переменная такая-то и все. А вот стоит дух Фанея. Кольца с него падают, по-моему. РБХ 43-я. Дух хранитель Фанея. Нам надо это конспати, чтобы этот на РБ-то ходить. Угу. Надо было Олегу сказать. Он все со сломанной ногой лежит нахуй. Да. У него же тут даже кто-то же есть, какие-то персонажи стоят. Кто у него? Пахметолог у него здесь. 6 уровня. Так, мне еще один рапанайт. Острые специи, это с кого такие падают?
Приправа для особо людей продает Дарея. А, их купить, значит. Передняя клешня. Озерный краб. Озерный краб не нужен. Где-то их... А, вон они. Вроде. Работает? Угу. Ну, только назвал члена группы, я пока только сделал. Да. Ты в интернете гуглил, да? Да я когда-то делал это самое. С помощью них переодеваться можно было быстро. Когда до того ввели... Помнишь, в новой версии ты там часто переодевайся как хочешь, там у тебя два шмота от одного года. Ага. И там у тебя отдельные скиллы, как, ну, не скиллы, а как бы, ну, типа да, скилла просто остается, ты включаешь просто переодеться в то, что. Ну, набор один, набор два там. Да, я помню. И из-за места этого, короче, только продал весь, ну, также шмот с собой таскаешь, и с помощью этого макроса, короче, можно было себя поменять. Я вообще ни разу макросами не пользовался. Ну и в какой-то степени это облегчает. И ты вына тебе с этих крабов. Да. Ну, значит, я даже этот, ну, проверять не стал краба там. Там вот краб один убитый лежит вон дальше. Ты убил? Угу. А, заебись. Еще два. Ты сейчас... Так вот, я сейчас еще тоже одного убью. И все, крабов не надо. Мне потом гидр надо побить просто еще. 17 штук. Так, все. Этих все, мне гидр тебе надо убить. Ну, вот тут две гидры есть. Ледяная, ледяных и озерных. Надо далеко не отходить просто друг от друга, мало. Просто тебе защиту, точнее. Просто убить их надо. Да, просто убить. О, уже защита. Я засчитываю, да? Хорошо. Неверно выбранная цель. Дети еще гид, а вон гидра еще.
Я что-то смотрю, все ВСО собирают, блядь. Значит, молодежь, мелочь качается. Кстати, когда дедулю докачивал, там, бля, как его? Висхальген? Как там карта называется? Ну, начально Висхальген. Да, Висхальген, там народ так нормально бегало. Тогда до хера играют сейчас. Я тоже думал, что сервер это все кобзец, а тут смотрю, нихуя народу, бля, играет. На. Так, озерных мне еще надо 2. Ледяных еще 7. О, озерную нашел. Озерную еще одну надо. О, нашел. Вот тут. Гидры эти. Озерные. Озерных уже не надо больше. Ледяные надо. Ледяные надо, да. Ледяных тоже 6 штук всего. Ледяную вижу. Да, вот эти квест доделать еще хотя бы. Да, эти гидры, сука, их не, ну, стан действует, а прокидывание не действует. А-а-а. Этих ледяных еще хуй найдешь, бля? Хуй знает, куда бежать. О, ледяная. Еще 4 надо. Вон, я еще одну ледяную нашел уже. Еще 2. Еще постоянно. Ну, вижу ледяную. Блять, краба ебаные. Я тоже нашел одну еще. Все. Больше не надо ничего. Ну мне так надо будет эти вот тут рядом. Где? Сейчас скажу. Эти дух солдата, дух архимага и дух лучника. Ой. Мне надо в пандемониум сейчас там сходить купить в этой специи. Чтоб квесты сдать. Ладно, я к этому. В лагере даю в огне тупых вещей. Окей, раз тоже только этот квест. Куплю только эти и все. Панди. Тут ведь дом не надо, ведь да, делать. Или нету? Тут еще нету наверное, дома. Не-не. А, вон мясо рапаноида. Я таскаю его с собой, бля. У меня тоже вон свежее мясо рапаноида 2 штуки есть.
Нет, 12. Я тоже квест сделал, да тоже набил. А у нас в Аршроте ведь нету туда никаких квестов. Что? Или есть? Какие-то могут быть. Так, у кого мне нужно купить-то? Дарайя. Это повар где? А, вот все нашел. Добро пожаловать. Острые специи мне нужны. Все. Я купил. Сейчас сдам сразу. Эффект отдыха еще есть, так. Сразу сдам их. У меня будет почти половина уровня. Даже у ТП-шек народ тусуется, блин. Удачи! Значит, нормально играет тут. Все, так-то 8 вечера осада была тут. МКАД. Только что-то не... Тут мясо, тут весь чат был это самое захуячен этот смертями, как говорится. А, да? А ты играл уже как раз, да? Да. Это значит, ты уже с 8 вечера играл, сидел? Тебе сейчас по-любому придется играть, хули тебя прям куплен, так. Чтоб не даром деньги пропали. Угу. Так, потихоньку что-то делает. Что вам нужно? О. Восьмой с половинкой. А все, у меня тут квестов в этой деревне больше нету. Мне осталось где-то 19% до левелапа. Нихуя себе. Так, можно сразу тпхнуться туда к кошмару, потому что я в кошмар пойду в следующем. Давай заодно ребафну тебя тут. А ты тоже у кошмара тут, да? Угу. Потому что я сюда пришел, чтобы завтра не забыть, что я хотел делать. Тут что, какие-то квесты тоже есть? О, шумный этин. О, 719 опыта у этого дерева, квест. Так почему он даже тебя обрабатывает, понять не могу. Не знаю. Понял. Чем я могу вам помочь? О, тут квесты, кстати, неплохие у них. Чем я могу вам помочь? 500. 30-400. О, в Белуслане, блин, в Крипе, блин, 50 Онеха, блин, поехали сливать. Ага. Thank you.
А, мне сколько-то восстановить можно, нихера себе. Где тут кибелиск? О, 0.5%. Неплохо. Что, все, домой? Угу, в реальный мир. Ага. Ну, нихера себе, даже лайкосов накидали. Малёха. Дем? Да. Три штучки. А я тут что-то тоже свой забыл вот докинуть. Ладно. Чё, всем спасибо за лайкосики, да. Подписывайтесь к нам. Вступайте к нам тоже. Играть нахуй. Наш дружный клан, блядь, которого два человека. Состав 8 сотенных. Не, нам бы народу бы, конечно, бы. Ну. Малёха бы. Хотя бы этот чек так с десяток. Ладно, все, а то я тут скоро челюсть начну выворачивать уже все. Да, и меня тоже вырубает. Ладно, всем спасибо, всем пока. Всем пока, всем счастливо.